Полное описание и точная дата выхода 7 и 8 серии нового российского сериала «По разным берегам». 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 3 июня. 7 серия. Иван предлагает Насте пожениться. Девушка не находит причин сказать «нет». Вечером подруги устраивают девичник в кафе. И в результате изрядно перебравшую с алкоголем невесту забирает и отвозит к себе Зорин. Теперь очередь Ивана сходить с ума от ревности. 8 серия. Насте не нравится, что конкуренты по рынку сбыта пытаются запугивать ее близких. Девушка с помощью СМИ дает отпор, но в результате получает еще больше проблем. Зорин просит ее отступиться, но Настя его не слушает. Тогда он решается на шантаж. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 3 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.